Одинцовская теплосеть – энергетическая компания, обслуживающая 83 котельных и 94 центральных тепловых пункта. На территории нашего района предприятие работает уже почти 46 лет. Это крупнейшая коммунальная организация, в состав которой входят электрики, монтеры и теплоэнергетики. Они поставляют тепло более 1000 объектам, охватывая свыше 300 тысяч жителей муниципалитета. Разрешите мне от имени главы района Андрея Робертовича Иванова поздравить вас с наступающим днем энергетики, которая празднуется во всей нашей великой и самой лучшей стране в мире. Я хочу вам пожелать счастья, здоровья, чтобы в ваших стенах вашего дома тоже был свет, чтобы было тепло, чтобы в семье был лад, покой и хорошее предновогоднее настроение. В преддверии Дня энергетика каждому сотруднику Одинцовской теплосети за их добросовестный труд, профессионализм и индивидуальный подход к производственной деятельности вручили почетные грамоты и благодарственные письма главы Одинцовского района Андрея Иванова, Министерств энергетики Российской Федерации Московской области, Регионального министерства ЖКХ, Московской областной думы и других ведомств. Всего на церемонии вручения наград было отмечено 87 человек. Ваша работа, она с каждым днем все обширнее, интереснее и ответственнее. Жители с каждым днем предъявляют все больше и больше требований к качеству тех услуг, которые вы предоставляете. На территории России, ни для кого не секрет, зима у нас 7 месяцев в году, а иногда и больше. И все это время вы непрерывно подаете тепло в дома, обеспечиваете комфорт, теперь еще подаете и воду, и оказываете услуги по обслуживанию самого жилого фонда. В этом году у нас самый хороший показатель по получению паспортов готовности к зиме. Из 16 паспортов было получено 14. В состав предприятия «Одинцовская теплосеть» входит 9 энергорайонов, 6 территорий управления многоквартирными домами, включающих в себя 13 городских и сельских поселений, автотранспортная и аварийно-диспетчерская службы. Эксплуатацию теплоэнергетического оборудования осуществляет коллектив численностью более 500 человек. В управляющей компании работает порядка 2000 человек. Учитывая такую масштабность, труд работников теплосети просто не мог остаться незамеченным. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцовская».